Мужики, всем привет! Время 5 утра, и я думаю, самое время начать распаковку данного карабаса. В общем, харе-ля-ля, погнали! Итак, мужики, это у нас вот такая вот штукенция. Это батут. Батут 10 ФТ до 150 килограмм. Вот такие дела. Все, начинаем собирать головоломку. Ну, я думаю, никаких проблем здесь с этим возникнуть не должно. Я имею в виду со сборкой. И не такие вещи собирали. Лишь бы хватило запчастей. Как-то так. Да, мужики, батут не маленький. Весь заезд загородил. Пришлось ширик включить, чтобы он хотя бы в кадр влез. Так, ну собрал каркас предварительно. Все это легко собирается и просто. И вот так вот натянул. Сейчас буду устанавливать пружины по кругу. Ничего сложного нет. Как-то так. Так, мужики, собрал все пружины. Главное, чуть здесь поставил, чуть там. Чуть здесь, чуть там, чуть здесь, чуть там. И все. Отлично. Натягивается крючок специальный. Вот такой вот в комплекте для натяжки пружин. Короче, это получается десяточка. 305 в диаметре. Ну, для детей хватит. Вот, как-то так. Продолжаю сборочку. Ну вот, мужики, батут установлен. Так сказать, будет еще одна развлекаловка для козявок. Бассейн — дело хорошее, но когда нету солнца и нету тепла, сильно там не накупаешься. А это уже, как говорится, по большей части будет подходить под практически любую погоду. Как-то так. Ладно, осталось теперь дождаться, пока проснутся козявки, и посмотреть их реакцию. О, первая побежала. Иди, чё ты боишься? О, тапочки снимай, стоп! Тапки снимай. Иди, залазь. Вот самая такая. Сразу все надо. Не хочешь лазить? О! Ну как? Ну как? Ну да. Клево. Что? Лёва, сюда. Конечно. Все. Довольно. Одна довольна как слон, другая не хочет залазить. Сейчас залезет. Все. Всем пока. Говори пока.